Всем привет, ребята, с вами я, Шаурмурка Геймс. Сегодня я буду притворяться бомжом в Adopt Me и просить пэтов. Но сначала я зайду на свой второй аккаунт с Шаурмурка Геймс. Сейчас зайду и к вам вернусь, потому что пароль я боюсь вам показывать. Вот, я уже зашла на второй аккаунт. И будем просить пэтов. Только сначала надо это удалить. И написать бомжарик. Так, большими буквами, конечно, бомжара. Бомжара. Блин. Ё-моё. Бомж. Не можно, блин. Я бомж. А так. О, вот это нормально. Будем сидеть и просить пэтов. Так. А мы телепортнулись уже в центр. Сейчас будем просить тут поэтов. Пишем чат. Пизы пэт. Я бедная. Блин, бедная. Хотел написать. Бедная. Вот так-то. И копируем это все. Вот. Пизы пэт. Я бедная. У меня есть вот ультрарар клоунфиш. Есть такой пэт редкий. Есть редкая сноупума. Есть осел. И также две махи-махи. Тони Фрогмут. И муравей. Надеюсь, я не спалила, что у меня есть этот клоунфиш. Нам кинули трейд. Бомжу трейд кинули. Ура. Что? Ну, конечно, этот человек мне не эту пандочку отдаст. Я ему могу только приложить бутерброд и чай. Вот так. Согл? Ну, бутерброд жрает, а чай флай. Чё тебе не понравилось? Ладно, будем еще просить. Пжип, это я бомж. Пжип, это я бомж. Ладно, я чуть-чуть ускорю. Поставлю на паузу. И когда мне трейд кинет, тогда я к вам вернусь. Ребят, что-то этот сервер слишком плохой. Никто бомжу уже 8 минут пэта не дарит. Блин, это как бы очень много. Эх, жаль. Девочка, прекрати спамить своими решетками. Твой текст никто не видит. Она спамит. Блин. Ну, будем ждать, походу. Да. Ждем. Нам трейд кинули. А я еще не написала в чат. Да, это опять эта девочка. Мне нечего предложить. У меня только бутерброд и чай. Вот что могу предложить. Еще одну приманку могу предложить. Она хвастается. Типа, какие у нее крутые пэты. Да-да, у меня на втором аккаунте тоже есть Райд Аксолотль и много флайрайд пэтов. Она хвастается. Ну, пипец просто. Добыла свою флайрайд лисичку и теперь хвастается всеми, что у нее есть этот пэт. Блин. Ждем еще.
Ребят, пожалуйста, реально подпишитесь на канал. Мне не терпится спалить свое лицо. На 100 подписчиков я, конечно, спалю. Может быть, это будет в телеграм-канале, может быть, тут на ютубе с каким-то танцем. Я еще не знаю, ребят, реально. Ладно, будем ждать трейдов. Ребят, мне трейд кинули. Она не бедная, сузрак. Я напишу please pet. У нее белочка. Это что такое? Она отклонила. А сама кинула трейд. Похвасталась и я отклонила. Не, ну что же? Блин. Что за люди? Кстати, ребят, я из России переехала в Латвию, так что не боитесь, если я в ролике говорю что-то на другом языке, потому что я еще латвийский учу. Он довольно легкий для русских. Например, здравствуйте, это лабдиен. Это пока что... Ну, я пока что учу. Давайте кинем ребятам. Блин, чё не отклоняют-то лобом? Бомзу никто пэта не хочет дать. Please, пэт. Опять эта девочка. Вот я ее нашла. Вау. Ребят, если чё, я снимаю ролики, жру, потому что я только что встала. И знаете, отличие в Латвии и в России? В России сейчас 11:54, а тут 9:54. Да, уже 7 минут я снимаю этот ролик, никто пэта не дал. Что за люди вообще? Никто не дает. Все смотрят всякие видео и не верят больше бомжам. Нам кинули трейд. Опять эта девочка с лисичкой. Привет. Что она хочет мне сказать? У тебя кошка есть? Сейчас посмотрим. Нету. У меня только есть бутер. Нет, у меня только есть бутер. Пон. Спросил и отклонил. Ну что за люди? О, накинули трейд, наконец-то. Пыжи, пэт. Я бедная. Очень бедная. Зачем мне эту шапку предлагают? Похвасталась своей шапкой и ушла. Конечно. Добрая девочка. Очень. Что все вокруг меня встали? Непон. Непончик. Блин, мне в этой серии никто пэта не дал. У меня как и был эти пэты, и так и осталось. Так и остались. Блин. Дайте кому-то пристанем. Пэты бедные. Не то нажала. Жипе, ты бедная. Даст пэта. Или нам здесь написать. Плиз пэт.
Она мне дает только пуделя. Блин. Какая же добрая девочка, такая честная, самое главное. Ничего не дает мне. Не, ну, это уже перебор. За 10-11 минут мне ничего не дали. Вообще, я думала, что мне там много пэтов будет сейчас. Ох, пиздец. Никто не дал. Надо менять сервер по-быстренькому, ребят. Фух, я перезашла. Мне подписчик написал. Я не знаю, как он меня в WhatsApp нашел, как он узнал мой номер. Я в шоке. Я его... Я спросила, кто он такой, и он написал, я твой подписчик, я написала, какой у меня ник. Он говорит, Шаурмурка Геймс. Блин, реально подписчик был. Сейчас на этом сервере будем бомжевать. Жалко. Кстати, ребят, я пью чай. Какой вкусный чай. Он так удаляет жажду, и я чувствую себя человеком. Блин. Неужели на этом сервере тоже мне никто трейд не кинет? Я буду очень грустная. Я вообще этот видео тогда не выложу, потому что вам будет очень скучно такое смотреть. Ребят, рил. Дайте пэта бомжу. У всех есть райпэты, а у меня нет. Бжи пэта я бомж. Эй, ты, девочка, дай пэта. А ты дашь? Они все трейдятся. Она не трейдится. Сейчас. Попросим у нее пэта. Может быть, даст. Чё? Да, на хвостоне. Да, блин. Что за люди? Они никто не верит бомжам. Я вообще этот ролик не выложу. Вам реально будет очень скучно. Пипец. В прошлом году я еще не снимала на YouTube, снимала на TikTok, выпускала, как я просила, в шортах, конечно, просила пэта, мне там кучу навалили, где-то 30 за 30 минут. Ну, вообще, а в этом году нету никакого пэта. Дай пэта, пожалуйста, я бедная. Ну, она даст пэта. Первый пэт за этот выпуск. Рил. О, она мне леопарда. О, она мне эту кошечку даст. Спасибо этой девочке большое. Огромное чисто. От сердца спасибо. Так что, ребят, ждите этот ролик. Ура, нам дали пэта первого. За 14 минут одного пэта, но это перебор. Слишком мало. Дайте еще. Не, ну я, конечно, обжора, но не настолько. Чё она мне даёт? Дай зайчика, пожалуйста. Зайчик. Блин, она отклонила. Дайте какому-то нубику пристанем. Просим ему своего первого питомца, кота. Мама Сахарок. Даст пэта? На кошку даёт. Блин, она отклонила. Чё там девочка орёт?
на всю улицу. Блин. Еще пэта дайте. Еще пэта. Я хочу еще. Пэта. Хочу бы камоновского. Блять. Ох, наконец-то кто-то кинул трейд. Я могу предложить только бутербродик. Он нам не эту мышку дает. Даст. Ура! Никогда так не радовалась мышке. Ура, мне дали поэта. Это, походу, нормальный сервер. Два поэта пока что только дали. Не знаю, еще, наверное, этот ролик будет длиться где-то 5 минут. Будет нормально 20 минут вам. Так, еще просим пэтов. Ну, блин. Дайте этой девочке на лошадке кинем трейд. Баночка какая-то. Баночка 18. Динах. Она хотела написать Идина. Ой. Там только уй. Она мне два пэта сразу дает. Даст сейчас. Я могу сок дать. Вот это могу дать. У меня только это. Даст. Еще могу добавить пирожное. Вот это могу дать. Вот так. Сок. Типа умная, ну. Что? Как от таких людей, которые похвастались своими говнявыми пэтами и ушли. Динах. Как эта девочка говорила, Динах. Блин. А капибара даст? А это не капибара, у нее из спины торчат какие-то пистолеты. Дайте этому Хигиир дам трейд. Сейчас. Блин. Дайте заканчивайте трейд. Да блин. Не отдавай пэта. Нет, я хотела этого пэта. Где капибара пропала? Где она вышла? Она вышла с сервера? Нет, вон она. Вон она, вон она, вон она. Догоняем, ребята. Капибару. Да блин, она уже трейдится. Уже и попрошу ее пэта. Уже пэта я бедная. Зря старалась. Блин, кто тут богатенький? Кто даст мне? Муравья, например. Или Лего. Размечталась, Лего даст. Блин. Пусть пэта. Она что-то пишет. Сейчас пошлёт меня. Согу ты, бедная. Чё? Ладно, пропустим. О, баночка кинула трейд. Она мне... Да, сейчас. На бро, мне не жалко. О, спасибо, баночка. Баночка, спасибо. Спасибо, баночка. Спасибо, баночка. Спасибо, баночка.
Она такая милая. Мне второго такого пэта дали! Спасибо! О май гад, ребята, на этом сервере везет что-то. Я получила 1, 2, 3, 4. 4 пэта. Да, вроде 4. Да, 4 пэта. Она просит, еще хочешь? Да, хочу, конечно. Да, что-то очень сильно начало вести. Что она мне еще даст? О, она такая хорошенькая. Она мне дает много пэтов. Мне повезло. Баночка огромная тебе, спасибо. Я в шоке, ребята. Я в шоке. Ребята, просто одежда еще дает. Я в шоке. Напишем ау-ау-ау. Спасибо большое. Ребята, она такая милая. Спасибо ей большое. Мне очень приятно. Баночка. Она сначала мне не давала ничего. Ура! Сейчас напишем милый смайлик. Ура! Спасибо! Ой, спасибо, баночка. Это чисто самый хороший человек на мире. Огромное спасибо. Блин, я теперь не бомб. Он мне друзья предлагает. Ну, девочка, может быть, на второй аккаунт, потому что у меня этот аккаунт... Этот аккаунт второй, где я зарабатываю всяких питомцев, трейжусь и в другой аккаунт Ладно, в свой большой аккаунт. Поздравляю. Ты видел, девочка, баночка. Кто? Ты, а кто еще? Она мне написала рил. Ладно, ребят, я походу буду заканчивать. Напишу сейчас видео. Закончу. Сейчас видео закончу. Оно вышло с сервера. Ну, ребят, такое видео получилось. Мне баночка очень сильно помогла. Посмотрите, какие у меня теперь хорошенькие питомцы. Она мне бабочку дала. Это так мило, ребят. Вы не представляете, какой для меня там разнос башки был. Мне никто еще так много питомцев не давал. Ну, в самом начале, когда я начала играть в Adopt, мне давали парочку питомцев, но потом уже как-то плохо шло. Я уже 24 минуты снимаю, так что я думаю, что хватит. О, баночка зашла еще раз. Я думаю, что хватит. Так, ладно, ребят, подписывайтесь и ставьте лайк. Я реально старалась, я в шоке. Эта баночка такая хорошенькая вообще. Ладно, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я пошла. Она телепортнулась. Всем пока.